наконец-то. Пришел, соизволил на кровать ко мне залезть, улечься. Простил, да? Коба, простил меня. Значит, все наладится. Ой, девчонки, прям не нарадуюсь. Вот, да. Ну что, надо сходить на второй этаж. Сегодня такое солнышко. Посмотреть, что там творится, я еще не была. Доброе утро, мои золотые. Ну, ничего особенного тут и не творится. Если во внимание принимать то, что никто тут не был с осени. Так. Так, вроде все. Мусор какой-то. Ой, а, наверное, я и не убиралась тут. Как у меня последние уехали. Я же как уехали, я к Алинке переехала жить. Так. Ой, и занавеску-то я забыла снять. Боже ж ты мой. Ой, что с ней встало? Ой, как сегодня тепло. Ой, какая погода. Хорошо, как сегодня. Небушка какое. Вот, а у меня сегодня встреча с подписчицей. И такая погода хорошая. Замечательно. Она за мной приедет. Мы с ней созвонились. Вот, так что буду сегодня встречаться. Это дело приятное. А занавеску-то надо снять. И вот эти надо постирать. А как их снимать? Все вот это раскручивать надо. Над пропастью, скажем так. Угу. Ладно. Что-нибудь придумаем. Ну, короче говоря, пошла я собираться. Вот она приехала, красавица моя. Привет. Ну, приветики. Красивая какая. О, а ты, ну, вообще суперзвезда. Какой перстень. Вот это да. Вот ух, она. Себе. Вот она, Оксаночка. Здрасте всем. Я местный житель ПГТ Черноморской, крымчанка. Ну, уже 12 лет или 13, что-то такое. Вот. А так меня по Азии покидала. Больше нигде не была. Че, едем? Едем. А это что за... Все будет цвести. У нас с тобой разный рост настолько, да, что, что или, или я или не мне вхожу. Сзади надо. Уже под ноги смотри. Так не получается, да. Так, надо нам с тобой где-нибудь посидеть. Солнышко было. Ну да. Такое тетенька тоже яркое такое. Тебе не холодно? Нормально? Нормально. О, люди, кто в капюшонах, кто в майке. Молодой, кровь горячая. А ты уже не застала, да? Вот здесь кафе раньше было, двухэтажное. Лагуна. Нет, было, было, да. Было. Тут еще фильм-то снимали, «Раскаленный периметр». Так вот, да ты что? А ты что, не знаешь? Нет, конечно. Ты что, 4, по-моему, серии. Да ты что? Да. Нифига себе. Его прям в 2014 году снимали. Вот это да. Прям. Вот тут так. Они тут драки были постоянные. Тут прям ой-ой-ой. А ты
думаешь, я одна такая, что ничего не знаю? Кому-нибудь спроси, тоже так ведь. Да, здесь немножко как бы слегка ветерок есть, да? Ну а как без него? Все равно хорошо. Я тоже первый раз без капюшона. Нужен мне парикмахер. Парикмахер? Так. Да. Тепло! Раздевайся! Да нет, что ты как-то знаешь, Оксан. Купаться не хочется. Летом была бы такая вода. Летом бы тут вообще. Давай, Саш, целую тебя. Пока. Пока. Привет, Даня. Давай. Летом тут даже местные не купаются. А я тоже не люблю этот пляж. Я люблю Беляус. Я не люблю Беляус. В основном туда ездим. Беляус. Вода чистейшая. Классно. Нравится все. Ну тут свежо так стоять. Даже холодно. Пойдем. Посмотрели море. Пришла к нам девушка. Да, мой хороший, нет ничего у нас. Покормить-то тебя чем-нибудь, зайка. Ну, вот, скажи, вот такие шляются тут. Да я думала, она тут находит себе пропитание. Да, по кафешкам, да. Ну, конечно. И тут закармливают. Я уже думала, может, своего Барсика тоже вытащили. Он такой был, весь в хозяйку, вот такой. Ну, когда хочет в туалет, он так орёт. Ё-моё, я не знаю, кого-то его там убивают или режут. Так кричит, так кричит. Да? Еще в туалет сходит, а там у меня возле унитаза такая салфетка лежит. Угу. Ну, там есть что-то разлить, раз, ага. Ногой подтереть. Угу. Ну, блин, берет и зашкрябывает. Ну, прячет эту салфетку, как-то вытаскивает оттуда и типа все, спрятал, закопал. У меня лоток такой обычный, простой. Ой, господи, они с Бимой. Вот мне кажется, что кот думает, что он собака, а собака думает, что он кот. Как-то вот так вот они помешались. Они в одно время росли, вместе спали, вместе ели. Ну, короче, ну, они просто, бывает, они просто одна команда такая. Да. Друг у друга нахватались. Да, собака у меня вообще такой добрый. Я думала первый раз, что он вообще гавкать даже не умеет. Да? Такой добрячок. Спаниель русский. Ну, у меня ж, как называется там, подписана я на тебя с двух этих имен. Угу. Там одна фотография, где мое лицо еще с рыжими волосами, а одна фотография, там Бимка собака. Просто с разных захожу, то с планшета, то с ноутбука, то с сына компа. Ну, короче, такое вот. А пароль забыла, думаю, что в одну перевел. А потом думаю, а зачем в одну? Так же наоборот лучше. Уже не один будет просмотр, а как бы уже два. И там подписано, и вся. Ну, видишь, как хорошо. Молодец. Да, так и надо. Вот это я удивляюсь, почему. Вот люди что... Вы что, тупые, что ли? Ну, посмотрели видео. Ну, поставьте. Что вам, тяжело? Ну, ставят. Нет. Ну, просто я посмотрю, посмотрю, там... Ну, да. Очень отличается. Да и сильно. Разница такая приличная. Я понимаю, там 2-3 человека. Ну, блин. Там за 1000, за 2 просмотры, допустим. А... Ой. Ну, что делать? Люди же все разные. Значит, нужно напоминать. Многие напоминают, не стесняются. А я забываю. В конце. Я и поздороваться забываю. Может, просто некоторые не знают, что нужно. Может, так не смотрят. Блин, солнце мне в глаза светит. Так, вот. Ой. У меня план-то какой был? Самое главное-то. Так, сейчас. Скоро же 8 марта. Да. Вот, на тебе, девушка, подарок. Держи, ой. Держи, держи. Спасибоньки. Вот. Эти бусы я так ждала, так ждала. Они мне самые больше понравились. Я потом еще думаю, ну, место же будет написать, да? А что нет? Да. Понравились написано. Мне. Я, правда, не знаю, как они называются. Забыла. Сатуарт называется. Через плечо по-французски. Я забуду все вот. Равно. Открою. Еще мне такие бусы надо сделать Раисе в Германию. Раиса, я помню. Я сделаю. Ой. И потом пришлю вам. А может, и сама доеду. Да, да, да. Сын говорил, смотрите, что... Смотрите, как упаковано. Да. Лепесточки. Ну. А как же? Красота.
Классно, спасибо, дорогой. Я буду их носить обязательно. Не потяну тебя. На здоровье носи. Вот. Кстати, кожа такая... Какая? Белая, мягенькая такая, да. Гладенькая. Ой. Так что не называй себя бабушкой. Это бабушка. Вот. А Раиса, может быть, если все получится, если мы на Новый год полетим на Канары, то мы полетим через Германию, через Франкфурт, скорее всего. И вот вы мне напишите, где вы там живете, далеко ли, а вдруг где-то рядом. Вот. А так тогда посылкой отправлю. Но я помню, я обязательно сделаю. Супер. У меня и сердце есть такое наподобие. Я очень довольна. Еще такой рисунок здесь красивый. Я почему-то, я думала, что он с одной стороны. Я еще так подумала, думаю, хоть бы был с двух сторон. Нет, и там, и там. Сторон. Класс. Интересно, вот, да? Это ж надо. Супер. Ой, прям теперь я, блин, быстрее бы. Я такая же, блин, вот ворона, блин. Ну ты ж девочка, это нормально. Не, ну не, некоторые просто это самое, как бы, так, ой. Куда ей там, блин, уже, блин, 46, она всю елку вешает на себя, а мне пофиг. Тебе не скажешь, что тебе 46. Главное, чтобы мне хотелось и нравилось. Ой, спасибо. На здоровье. Класс. Надо ли женщине надо, да? Для счастья. Это вообще трындец. Класс. Вот такой у нас день сегодня получился. И погода хорошая. Супер, и прям и встретились. Красота. Сейчас я порядок дома наведу. Приедешь ко мне, будет время. Там с твоим заказом надо будет разберемся, чего и как. А то уже и не помню ничего. Чего там хотела-то. Ну да. Я тоже как-нибудь вспомню. А увидишь и вспомнишь. Ой, детки, какая у вас мама замечательная. Очень супер. Саша такая у тебя девчонка, да. Яркая. Ну, есть кого, конечно, да. Да, Саша интересная. Да, такая прям. Да, не все у меня. И Костя красивый. Ну, такой мужчина. Ну, а я, Костя, вообще это отдельная тема. И Алинка красивая была. Мне так нравилось смотреть ваше видео, где вот он в машине. И он там что-то говорит, рассказывает. Вот так вот спокойно, знаешь, как... Как будто ты сидишь в мягком кресле, так утопаешь, что-то рассказываешь, хочется прикорнуть. Такой вот голос приятный очень. Ну, блин, я даже подумала, думаю, блин, вот Влад был бы у меня тоже такой. Ну, а чем он у тебя не такой? Ну, он хороший он сын. Он молодой я... еще просто. Хороший сын, да. Да. Ну, иногда протестует, конечно. Молодой. Типа, советы не надо мамины. Ну, да. А кому они надо в таком возрасте? Да. Там же один единственный. Хочется же, чтобы было все хорошо, тип-топ. В Симферополе у меня. Ой, блин, Симферополь. Севастополь, я знаю, да, ты ездила, говорила тогда. Да. Вот, да. Собирается тоже. Сессию сдал, хорошо. Он бы же был здесь у нас на плавпраке 4 месяца. Не учился, но потом сам сдавал вот эту всю сессию. Хорошо сдал, стипендию ему вернули. Вот. А сейчас подал документ, там какая-то фирма Афалина. Санкт-Петербурге. 18 числа нужно быть там. А я, как будто я еду, я уже начинаю волноваться. Понятно, конечно. Ты это возьми, ты то возьми, а ты продумай, тебе там это дадут, не дадут, узнай все. Мама, да говорит, покачай. Ну, да все дети. Хорошо будет. Да. Так а ему сколько учиться еще? Год еще учиться. Сейчас он 4-й, вот 5-й курс. Ну вот, пока он учится, он хочет, чтобы был у него там какой-то стаж, там же надо тоже что-то набрать, чтобы ну, да. Потом нормальную работу искать. Там. А у него какой факультет-то? Судоводительский, нет? Нет, нет. Ну, там что-то эксплуатация судовых каких-то установок. Понятно. Что-то такое. Ну какие девочки ходят. Красавица. Какая девушка стильная, со стрижкой. Да-да-да. У нее были волосы длинные, рыжие, а теперь вон какая. Ой, когда же эту дорогу тут сделают, да? Ну, вот, ужас. Вот и не знаю. Невыносимая дорога эта. Просто яма на яме. Главное тут ехать короче. Угу. И вот по таким вот
Ой, я как вспомню, как черного тут эти козы гоняли. Да, да, я видела, кстати, это видео. Ой, я просто вот до сих пор как тут еду, вспоминаю. А еще главное, он с таким трудом вот этот добрался со мной до магазина, а я потом села на такси и уехала. И он так мне вслед смотрит, скажет, а я что, опять пойду через этих коз? Да, 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 да. Так я ж от тебя и узнала, даже мой муж не знал, что тут аллейка какая-то, Воронцовская. Воронцовский парк вот это. Ну, представь. Ну. А он местный житель. Ну, не здесь родился, конечно, но все равно он здесь давно, очень давно живет. Да? Я говорю, да. Представь, говорю. Да ты, блин. Может, у меня это, в игре танкист, наушники одел, и все, и танкует. А ругается так, боже мой. Я говорю, Петя, ну это же не по-настоящему. А для него это по-настоящему. Ну что? Пухтит, краснеет, матерится. Ой, боже мой, я говорю, соседи подумают, что ты на меня орешь, блин. Я говорю, что, блин? Так воспринимается всерьез. Не знаю, я к этим играм как-то вообще... Я вообще не играю, мне жалко времени. Да ну, блин, фигня какая-то там мешать. Играть. Нафиг она мало. Ну все, расстаемся. Ну мы недолго расстаемся. Мы на связи, на телефонах, так что или до 8-го, или после 8-го. Так что, а, кстати, девочки, всех с наступающим 8 марта. Вот какая молодец. Да, желаю вам женского счастья, чтобы ваши глаза никогда не плакали. А если плачут, пусть от счастья. Вот, чтобы вас любили, ценили, ну и... Всего хорошего. Вот видите, какая у меня замечательная девочка живет в Черноморске. Все мои слова я адресую тебе, Любаша. Спасибо. Твоим деткам. Спасибо. И все твоим подписчицам. Все. Ну давай, пока, моя хорошая. Все, спасибо тебе. Или до 8 марта, или после 8 марта. Хорошо, созвонимся. Я прям вот специально приеду. Ладно. Да? Да. Все. Все, пока-пока. Только не ночевать, можешь не стелить кровать. Да, ладно. А там как получится. Вот именно. Ну ладно, все, пока, все, давай, пока. Веселая такая девушка. Давай, пока. Ой. Молодец, она мне прям настроение поднимает. Все, поехала. Да, вот когда говорят, вот в Крыму все плохие люди. Да не все, конечно. Очень много хороших людей, таких прям душевных. Вот Оксана, да, одна из таких. Ну, я приехала домой. Сейчас пойду выкладывать видео. Все, мои дорогие, пока-пока.